Всем привет, канал Шум Волшебникс, рад приветствовать вас. Сегодня продолжаем играть в бету Steep. Довольно странную игру. И тем не менее. Покоряем очередную вершину. Ищем новый дроп. Веритас, привет, друг. Как твои дела? Уже высоко. Неужели отсюда не видно дроп? Прям уже на нем. Не радуют эти ультра-хай настройки с... Опа! Все, открыл. Вверх по гель. Такая настройки с острой как пила линией. Какая красота. Ух ты, а там что? Там я не был определенно. И вот мы тут. Угу. Ну, всего, конечно, мы открыли, но я хочу туда. Или туда.
где-то. Открыли три каких-то трассы. Ничего странно. Но я хотел бы вот еще найти вершины. Там тоже что-то есть. О! Вот он дроп. Как бы мне его найти? Там что, как далеко до него, а? Там какой-то мост. Да, тоже хочется. Здесь ничего. Не-не-не, мы полетим на. Хочу вон туда. Игра про поиск точек для начала подкатов. Ну, нет, немного не так. Игра про горнолыжно-парашютный экстремальный спорт. Надо повыше забраться. Еще выше. Куда ж тебя поворачивать-то? Опа, приземлились куда-то. Окей, пойдем дальше. Какая-то соседняя вершина, как я понял, да? Нет, я хочу так. Самые интересные места для дропа нашли, а какие-то трассы там вместе с этими открылись. Бизнес, как у тебя дела? Что нового? Как успехи? Успехи фазы. Как обычно. Обычно это со знаком плюс или со знаком минус? Мне тут мост привлекает. Ну и, конечно же, вот эта вершина. Туда добраться-то. Тут тоже. Ну ладно, попробуем полететь.
У меня до сих пор проблемы с управлением этого параглайда. Да, друг. Да, добраться. Еще какие-то зоны. Немного странноватая музыка для этой игры. Вместо экстремально заводной, она большей частью какая-то спокойная. Интересно, что сможем залезть? А, это край карты, что ли? Нет, нет. О, как же обидно, это край карты был. То есть вот эта огромная вершина не наша, а вот это вот наша. Здесь где-то мы сможем подняться вверх. Ладно, проедемся. Country Ride 3.5. Чуть-чуть не докрутил. Сейчас отлично прыжок. Эх, чуть-чуть. Все шикарно. Что? Капец. Лыжи
какие-то там выиграли. Подкат пошел. Подкат. Понятно. Так. Вот здесь дроп-зона. Мне как нужно туда. Очень своеобразно. Вчера под вечер здесь было довольно много людей в онлайне. Немного был непонятен суть онлайна, да, потому что, ну, кроме того, что нужно бить рекорды друг друга, был еще такой момент, что был еще момент такой, что непонятно было, зачем в игре нужно было объединение. Там есть такая тема, как типа объединение. И все люди могут объединяться в группы, и участников группы видно на карте. Непонятно для чего это, в чем прикол. Как-то так. Потом обработка видеороликов тоже, когда мы сделали заезд, совершили, да, там прокатились, пролетели, там, неважно, проскользили. Мы можем просмотреть это в разных ракурсах, с разной скоростью прокрутки, замедления, там, или ускорения наоборот. Но что с этим, как это монтировать и что с этим делать, непонятно. Зачем это создавать и делиться этим, тоже непонятно. Ну, очень странновато, да, потому что инструментов для монтажа мало, точнее, их там нет совсем. И тогда вопрос, зачем это делать, если инструмента для монтажа нет совсем. Ну, конечно, это удобно для того, чтобы готовить какую-то нарезку, там, крутых мувов, крутых спусков, но можно же просто включить какой-нибудь там OBS, там, или тот же самый, там, Fraps, и записать это, и все, и вопрос закрыт. В общем, какие-то есть моменты такие, немного неясные. Мистер Марио пришел. Привет, мистер Марио. Ответьте на нашем канале. Ну и в целом, как бы, магазин тоже. Сам магазинчик. Все довольно доступно. Купить весь магазин можно, наверное, я не знаю, за дня 4 игры. Если вы каждый день заходить, проезжать по основным трассам. Во-во, это что такое? Это что за смайлик такой на гугейме, интересно? Ну, то есть в плане магазина тоже непонятно, что они, ребята, собираются Ubisoft делать в дальнейшем с этим. Ну, допустим, да, вот я пофармил 12к и купил себе эти оленьи рога, оленью маску. О, там что-то такое существенное. Вот, и что потом? Ну, вот, я пофармил. В общем, сложновато, как бы, на восприятие такие вот моменты. Это
смотрим смайлик у Клёва. А у кого он прем? На каком канале? Следы какой-то культуры. Shift streams, ого, даже такое есть. Miller and his crew are busy. Теперь. Так, посмотрим. Ну, в игре тишина, да? Да, тишина. Еще перезапустим. Важно, я даже не знаю, но пойдем дальше подниматься. Я думал, он туда, в ту сторону. Вот тут почему нельзя, пока мы ползем, почему нельзя какую-то музыку поставить? Почему мы, горнолыжные экстремалы, которые постоянно катаются в наушниках с музыкой какой-то, почему мы не можем себе какой-то плейлист там составить и сделать его? Ну, в общем, непонятно. Конечно, наслаждаться горами здорово, в тишине, слышать, как ветер воет и снег хрустит, но было бы круче того же самого Bonfunk MC's, который запилили, его включить и послушать, пока ты поднимаешься. Что это такое? Норм еще выше, судя по всему. Какая-то. Давай, чувак, забирайся. Дропа увидели. Вот это да. Шикарно. Отличненько. Надеемся, дальше положим. Ладно. Что ж. Шалкфогель. Вершина. И пойдем туда. Угу.
тут можем просто прокатиться. Блин, беги ты вингсьютом. Летели. Да, можно, в принципе. Потому что тут чекпоинт. Ясно. Тут хард какой-то. Тут еще не катались. Тоже хард. Кантри изи. Гости, да? Ха-ха-ха.
пролетели мимо. Сложно этим управлять. Не так. Ладно, все, не, я даже не хочу заниматься. Минимум на 1500 напрыгать. Давайте попробуем. Олень. Зачем они сделали, чтобы олень кричал? Вообще не понятно. Сюда бы нам залезть как-нибудь. Тут мы были. Тут мы были. Тут мы были. Как-нибудь сюда бы забраться. Пешочку. Две 600 еще есть, да? Купить, может быть, костюм какой-нибудь. Всякие миндали.
Жесть. 12 тысяч. Такой Бэтмен. Дракончик. 32 тысячи. Не, ну тут норм, кстати. Не дешевая шняга. Дроп за 4 с вертолета. Непонятно куда, что он, зачем. Прорайдер какой-то. Экстрим райдер, фрирайдер. Эксплойер. Микрофон, то есть можно типа здесь общаться. Да, что-то какой-то спам пришел. Эй, что это такое? Что это? Сюда добраться, тут же капец. Ладно, попробуем пешком. Можно, в принципе, попробовать на лыжах. Да нет, нет. Километр пидорить нормально.
Бесконечный бег. Почему нет снегохода? На снегоходе вот так бы здорово было бы тут показаться. А то только дроп. Вертолета. Радует, что он хотя бы не устает. Было бы печально, если бы он еще уставал. Привет, рад видеть тебя на нашем канале. Не хватает еще медведя, который переламывает ноги и потом ползешь такой. Весело. Забег на 6 минут без остановочки. Пройти 0,5 километров без спуска вниз. Первяк, как твои дела? Как в лиге успехи? Как в Сочи температура? О, ну вот что-то уже кажется, что там что-то есть. Боже, что у него шеи. Лучше бы я этого не видел.
игре реально не хватает побольше музыки. Потому что это все, конечно, клево. Но музыка, которая стартует только на заездах, не найс. Давайте скажите мне, что тут вертолетная база. Скажите, что я нашел бесплатную вертолетную базу, и мне не нужно качаться до 30-го левела, чтобы заказывать дропы. Вертолет. Блин, куртка все-таки норм. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Вертолет четко слышно. Ну, он здесь близко. Там дерево или указатель какой-то. Так. Мы на вершине. Посмотрим, есть ли тут какие-нибудь дроп-площадочки. Там далеко. Лес. Тоже все не то. Да, не ближний свет. Ну вот туда наверняка. Я представляю, как этот чувак замотался просто уже вот в спорт-эквипе, щемится по горам, вверх без остановки, уже сколько, уже, наверное, минут 40. Давай. Еще в снобордических ботинках, не просто в экипировке в какой-нибудь специально для горнолыжного подъема, для горного, а именно в снобордических ботинках. Это вообще жесть. Нет,
Да, похоже, что я у цели. Отличненько. Welcome to our little slice of mountain paradise. You don't know me, but rest assured, I know you. I've been watching, and I'm impressed. So I'd like to invite you to play a game. Everyone up here has done it. Think of it as a rite of passage. Now, it's your turn. All you have to do is follow the clues and solve the mystery. What do you say, friend? It'll be fun. I guarantee it. Туда, наверное, нужно. Да? Что-то непонятно вообще, куда? Куда, чё? 569. Координаты же нигде не показаны. Как я найду это? Вот, что это такое? Сосклу. 5694S1345E. Что это значит? Непонятно.
Почти на голду. Прикольно. Иногда проезжаешь вообще просто на изичья. Просто чпок в столб, в дерево. Поехали. Деревья блочат под карты. Да. Наклейку какую-то мы получили. Зачем нам наклейка это? А, это типа... Понятно. На куртку мы наклеиваем разные наклейки. Мы можем вот К2 поставить, волка. Вот этот клево будет. Да, тут кролик какой-то, Соломон. Отлично. То есть у нас там волк, да, нарисован на ней, да. Непонятно зачем, но... Ну, пусть будет. Окей. Вот мы заработали еще себе чек. Эдра. Че здесь есть? Нет. Чего? We can't start the game until you are ready. Three clues, three mystery locations. What lies ahead, and what does it all mean? You'll have to play along if you want to find out all the answers. Вот как вот эту найти тему? Вообще не могу понять. Найти три цели и даны координаты. Просто 500 5 6 9 4 s 1 3 4 5 e. Что это такое? Mm-hmm.
5, 6, 9, 4. Не, я даже не знаю, честно, я просто без понятия, как мне найти это место. Как мне найти эти координаты? Вообще не знаю. Просто вот, ну как, да, ну это бред какой-то. Как можно найти эти координаты, когда в игре нет... А, о, есть координаты, во! Во-во-во. 4, 3, 4, 2, 4, 8... 5... 1, 3, 4, 5... Пять, шесть, девять, четыре, пять, шесть, 1, 3, 4, 5. Ну вот, допустим, здесь, да? Ого, это мне туда же. Серьезно? Это же далеко. Угу. Ну ладно, попробуем. Where could it be? This way? That way? So many choices. So exciting. Зачем у нас сделали, что он как козел кричит? В чем прикол? Warmer now. That first clue is almost yours for the taking. Shh.
good at these. Faster than the others, too. What do you think this mysterious structure might be? Ancient alien technology left behind from visitors afar? Keep playing and all will become clear. But first things first, take a look around. See if you can find where that first clue might be. Цель нашел. Альвина. Шок на стрим. Привет. Так, ну что? Найди вторую подсказку. А вторая подсказка была где-то на вершине, которую я там открывал, по-моему, да? Что здесь написано? Вот координаты. 4725S. Да, да. 4725S, 45, так, 53, так, 4725S. И что там? 3454E. Тут 3-4. Где-то тут. Штуку мы нашли, да? Ладно, все. То есть нам теперь сюда. Угу. Где ты у нас? Зеленый столбик. One piece of the puzzle down, just two more to go. Where could they be, I wonder? Что мы врезались там в дерево? You're heading in the right direction. That's it. That's it. The mystery continues.
But you're not too far away now. Getting very exciting, isn't it? И вот вторая сцена. Another sculpture? What could it be? It looks like a potato to me. But what would the sculpture of a potato be doing all the way up here on the mountain, hmm? You're close to finding out the answers. Very close indeed. But you'll have to stay focused to find this next clue. Could it be somewhere around here? Better start searching, friend. Так, и следующие 4673S. Вторая координата 2318. Это все-таки, да. О. Где? Карта иногда перескакивает, и не очень удобно это. Getting very hot now. Sizzling, in fact. And ever closer to finding out what it might all mean. Bizarre sculptures, strange clues, and me. Don't tell me you're not having fun right now. Oh, my friend, you are good. Maybe even too good. I may have to shake things up a little next time. Так, и где я сейчас? 4630 2. Где-то здесь неподалеку должна быть эта третья тема. А вот он. Final sculpture. Very good. Very good indeed. But what does it all mean? Is it a puzzle that needs solving? Or perhaps a recipe for a sumptuous treat? Are you ready for the truth? Because you just found it on the mountain. But before I can tell you, you'll have to locate that final clue.
Congratulations, you played the game and you won. The prize... I lied. There is no prize. I just wanted to see if you would do it, and you really did. Fourth one this week, too. Oh, man, you should see the look on your face. Doodaloo for now, friend. Doodaloo. Oh, almost forgot. This one will be making an appearance online, so don't take it too personally. You were great. Really, really great. Так, отлично. Мы выполнили это задание. И... И что теперь мы имеем? У нас есть дроп-зона еще одна. Которую можно вот здесь найти. Подняться в сноупарке. Рядом. Jump. Объясняет нам, как делать прыжки. Оп, отпускаем прыжок, нажимаем. И летим. Это мы знаем, мы это проходили. Escape. Скепсик, да, все. Нам нужно вот сюда. Пойдем. Поднимемся пешочком, чекнем, что там есть. Да, вот таких моментов не хватает музыки прямо вот реально.
tirando, non dirì io, non so dove capisce. Отлично, давай, давай, давай. Мы нехило так открыли на самом деле. Ну, странно еще, что несмотря на звуки всяких диких животных, мы ни одного из них так и не повстречали. Где-то тут даже вертолеты слышатся, но мы тоже их не слышим. Не, я не хочу туда. Как я туда попал-то? Блин, черт, я не спецом. Могу здесь вниз проехать, да? И что здесь будет? Этот скейт-парк? Нормально.
убил, Саш. Что такое? Окей. Пять 500 у нас есть. Мы открыли несколько новых сноубордов. 500 они, да? За пройденные испытания. Тут клевое место. Еще синее-белое. Я даже не знаю, что покупать-то по факту. Зачем что-то еще покупать? В принципе, взяли там доску, которую хотели. Ну и все. В общем, странно это все дело. Это что такое? О! Это что? Камеры, GoPro-хи. Тут еще наклейки. На одно плечо и на второе. Подштанников, вопрохи и фонарик. Да, странно все это, странно. Не знаю, что, давайте все покупать маски, что ли? Или пока будем копить? Или покупим, наверное. Перчи, может, перчи. Сколько масок таких всяких разных. Их не видно. Перчи вообще копеечные какие-то.
город есть какой-то. За время. Окей. Что меня смущает, зачем это делали, что ревет как олень какой-то. Сначала сок в СВС играл, в СВС не играл, но зато играл в SSX. SSX это то же самое, там тоже сноуборд, лыжи. А СВС даже не знаю, что такое. Что очень похоже на Шановайте. Я играл в SSX, это от EA Games, игра на PlayStation 3, тоже посвящена сноубордингу. Также на реальных горах, но там побольше, конечно, география, там можно и в Африке, и везде катать. Вот есть только один регион, только Альпы, европейские. Только получил ачивку не падать за то, что за длинный заезд и бак упал. Почему, если он надел оленью маску, он орёт как дурнина? Ну что, тебе не хотелось, чтобы... Какая-то жесть вообще. Так, ладно. СВС тоже от юбиков вот похоже. А. Окей. Неожиданно я тут. Сейчас 51.
как вот как увидеть список трасс, где которые я еще не катал вообще? The Salamon guys have been calling to see if you're ready to shoot this. They got another shoot on the other side of the mountain in a couple hours time, so they're keen to get this one in the can. Want me to tell them you're on the way, or should I stall them a little longer? Да ответь от меня. Ух, это что, нужно 1000 очков побить. Хорош! Воткнулся нормально. Жесть. Это мы прошли, значит, тут осталось что. Bro, have I got the wildest ride just for you. Scoped out 5 perfect 2-meter holes here on the Aigwee mountain face. You're gonna hit terminal velocity and rocket through those suckers. It's gonna make the ultimate video for your channel. People are gonna go ape when they see this. Yeah, I know what you're thinking. Madness. Nah, brah. Wipe those doubts out. Doubts lead to hesitation. Hesitation, well, it'll get you messed up is what it'll get. Ну это жесть какая-то на харде. Hole in the hole. Hole in one. Да, нужно, короче, в дырку воткнуться, да? Ну нормально, чё. And land on the checkpoint. Ну, посмотрим, что там. Вот он, вот так. Отлично. Жесть. Просто, ну. I haven't fallen that hard since I first started out at this. Might have cracked a rib during that fall. Почти! Да это бред. Ну блин, это вообще жесть какая-то. Почти. Это почти. Можно туда. Чувак, свой социальный знаком повторяет для меня, да, я понял. Отлично. И музыка грустная такая, слышишь. Не-не-не-не-не, да это просто не вариант. Просто не вариант. Это на харде набрать косарь, да? Давайте посмотрим, что здесь можно. Воткнулся просто ни о чем. Все, так легко. Пять никогда. Ну что ж такое-то?
ощущение там накрутил просто много всего. Да, другой система с камнями просто вообще. Оп. Такое чувство, как будто бы сноубордист умирал от того, что он победил свой сноуборд. А не от того, что он ударился. Отлично. Ну что такое? Что, блин, чувак, ты просто маску надел? Что за... Новый рюкзак. Ой, новая наклейка на рюкзак. О как. Backcountry frame, backpack sticker, да? Не, ну мне больше нравится волк, чем эта штука. Волк смотрится красиво. Ну, там его не видно, но он есть. Отлично, фрирайдер. Initiated. А наклейки оленя нет? Есть наклейка оленя. Прикольно сделать тут, что можно выбирать, когда ты стоишь где-то, допустим, можешь менять время суток, то есть освещение солнечное. Это прям клево. Прикольно, что можно снять сноуборд и пойти куда хочешь, вообще абсолютно куда хочешь. Ну, за исключением границы карты. Прикольно, что добавили возможность изучать локацию с помощью бинокля, открывать новые дроп-точки и, соответственно, получать за это награды. Это прикольно. Но не прикольно, что все это время, пока нужно двигаться и искать эти дроп-точки, полнейшая тишина. Ну вот, неужели чуваки стримали без наушников, без музыки своей? Неужели они настолько вообще плохи? Ой, это что за штуки? Выглядит как что-то из No Man's Sky. Возможно, из-за беты размеры карты сильно сокращены. Скорее всего, так и есть. Потому что, если смотреть на карту, то карта огромная. Ну вот, она просто огромная. И когда... подходишь к вершине, вот, допустим, вот здесь граница прям, вот она четко пролегает. То есть вот эту вершину нельзя покорить. Вот эту нельзя, вот. А это что? О, это можно. Стоп, а что это такое? Почему я тут не был? Как я найти? Блин, вот случайно нажал куда-то, и все, уже в другом месте. Допустил квадрик, можно типа фотать. Не, где эта супер высокая гора была? Мне она понравилась. Вот, допустим, тоже. Вот
Вот это что такое? Можно ли, нельзя? Наверное, можно. Как туда попасть? Непонятно. Вот мост здесь какой-то. Тоже какая-то гора. Непонятно. Ну да, вообще сюда можно попасть. Я бы хотел. У нас есть 4000. О, это гора Монт-Блан. Вот это да. Стоп. Мы же можем, наверное, взять и заказать себе дроп. У нас же есть уже 4000 голды. Есть. Вот здесь еще можно выбирать райдеров. Их тут несколько. Есть девушки, есть парни. То есть для кого хоть, ну, кем хочешь. А мы, давайте возьмем себе один. Да. Отлично. И теперь как мне нужно его использовать? Угу. О, 20 билетов сразу я купил. Клёво. Мне нужна гора Монблан. Прям очень. Use helicopter ticket. Отлично. А, вот. Шикарно. О, вот эта тема. И все? А как же вертолет? А где анимация, что меня с вертолета высаживает? Ребят, серьезно, блин, ну. Я на вершине горы Монблан. Вы рили. Че, поехали. Сейчас мы определим карту. Сюда. Ну, поехали. Я. Почему не едет-то? Стоп, это какое-то место, куда что ли нельзя попасть? Я пытаюсь поехать, и меня сразу выкидывает отсюда. Бред какой-то вообще. Окей, давайте сюда. Тоже нельзя, да? Нормально. Тогда, ну зачем это? Зачем тогда я сюда попал? Блокировка для беты. ХЗ. Ведь оно называется Монблан. Все написано тут. Смотреть можно, потрогать нельзя, да. Я на нее тяну, прилетел. Вот, хочу сюда. Гора Аосте. Хочу вот сюда. Опа. А где это я? Почти. Эй, ну. Я хочу. И что, я не могу двигаться, что ли? Вертолет доставил меня в текстуры. Все нормально. Живем. Параглайд, может быть? Нет. В итоге, как мы убедились, мы потратили уже там сколько-то вертолетных билетов и поняли, что ничего путевого они нам
не помогают. И это грустно очень. Потому что я думал, что они нам помогут сейчас раскрыть всю эту территорию. Мы сейчас такие вообще крутаны. Все раскроем. Ну вот что это такое? С картой прям беда. Живет своей жизнью. Вот какая-то проклятая вершина. Но тоже я думаю, что сюда не стоит входить. Хотя... Посмотрим. Тоже нельзя, да? Спасибо, ребят. Спасибо, Ubisoft. Это сюда мы прыгали, значит, да? Это Монблан, да? Да. Швейцария. Давайте Швейцарию. Может быть, сюда дропнемся. Может быть, тут можно ходить? Тоже нельзя. Спасибо. Ладно, просто прокатимся тогда, потому что что-то меня заманала эта тема. Все-таки в игре есть немного даже это мягко сказано. Довольно много. Втыкаемся танком или нам показывают значение перегрузки, которое не очень понятно. У меня танк. Ну конкретно как-то нельзя, но вот можно очень приноровиться и с помощью тормозов менять танк. Что ж такое? Было прикольно вчера, когда было много народа в игре, но, видимо, люди разочаровались, потому что игра, честно говоря, разочаровывала. Ну, что тут делать тоже непонятно. Плюс вот эта ситуация с камнями, когда ты наезжаешь на камни и умираешь, потому что стоишь на камнях, это типа, о боги, я подпрапался своего, я умру сейчас. Ну, музыка тоже не всегда в тему. О, вот он, где друг за руку? Отлично. Новая дроп-зона. Бедерков какой-то там. Хочу туда. Угу. Mm-hmm.
солнышко. Пойдем по солнечной стороне. О, плашмя. Вот это да. Конечно, клево, что можно взять и перелезть в любом месте. Утонуть, как я понимаю, тут нельзя. Это, конечно, хрустит, но он не ломается. Иногда вот такие огненные следы остаются от нас. Отлично, ну вот, конечно, для... Конец карты. Здесь граница прям подсвечивает. Тоже, да, если нас в игре учат, как управлять сноубордом и как делать трюки, то как управлять параглайдом нас не учат. Мы это сами не понимаем. И то, ну, не понимаем. Я не сказал, что можно понять. 100% как управлять этим параглайдом. Можно только предполагать, что ты правильно управляешь. Не хватает музыки именно когда ты не едешь, а когда ты ходишь. В игре не хватает вообще музыки, потому что у тебя грустные мелодии для экстремала горно-лыжного парашютиста как-то странновато. Это что такое очень. Мне кажется, это какая-то штука. Парк прям какой-то. Да, вы типа подходите к краю карты. Да, и нам не дают посмотреть. Там, видимо, что-то есть. Вот здесь вот, да? Это гора Оста. Зум, 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 куча зум. Ну, нам... не дают мне поиспользовать это все дело. Ну и в принципе вот такие вот дела, так что непонятно, насколько все это, сколько еще работы здесь, этого не видно. Нет, тоже не хочется тут. Неудобно сделано то, что мы не можем отсортировать, допустим. I'm still waiting for you, bro.
This ride right here, some people do all sorts of things just to feel the ultra rush that comes with hitting a line like this. But all you gotta do is just jump. So come on, take that leap of faith, shoot an awesome video, and make the sporting gods smile. Самое главное у Мандиана, вот, 20 дроп зон, 19 челленджев, 35 точек какого-то интереса. У нас этого нет. Вот здесь что-то. Швейцария тоже мы не можем там, это закрыто. Аравис. 6 из 19 точек интереса. Ну давайте сюда, может быть, вертик. Отлично, новую дроп-зону открыли. И мы тут. Тут какой-то сноупарк. Такой же самый парк, как мы видели. Будем сейчас прыгать. Да? Ох, воткнулся, воткнулся. Ну, да что ж такое-то? Блин, в рампе-то не так и просто. Еще раз. Серебро. Штаны какие-то нам дали. Покачали мы теперь кристаллер. Ракомакафон. Парки, конечно, клевые. Там еще трассы, но не закрыты. Поехали дальше.
перемудрил с этим. Чувак, да хорош уже. Что он там делает? Какие трюки хоть? Пал, да что ж такое-то? Тоже сразу сердце начинает останавливаться, потому что наехал на каменный заборчик. Прилегает вообще. Катать вообще не знаю. Все. Граница карты. Почему это все убрали, я понятия не имею, ребят. И для меня это тоже как-то так странно очень и грустно. Давайте здесь. Наверняка здесь стоят вот эти вот рампы, чтобы челлендж как-то начинать, да? Давайте здесь создадим свой челлендж. Мы же можем здесь что-то сделать, да? Best jump. Freestyle only.
и как это получилось у вас. Each time you create a challenge, you can dare your friends on it. By sharing your challenge, the challenge will be automatically sent to all of your contacts. А, это вон оттуда мой челлендж, да? Не-не-не, мне он не нравится. Вот отсюда давайте начнем. Ой, народ уже там. Челлендж создадим здесь. Вот тут. Справа пайпа офигенская. Ну да, по ней был... по ней был челлендж. Почему нота вела? Я хочу его. Так, отлично, нам не дают челлендж это собрать, да? Удалим его. А вот этот вот прыжок сделаем челленджем. Отлично. Теперь у нас есть наш челлендж. Мы, соответственно, можем им делиться как-то, да, с народом. Справа пайпа, да, все круто. Как вот нам его поделить с друзьями? Share right, да? У меня друзей даже нет, никому не могу с ним поделиться. Зачем он мне тогда нужен? Я могу только сам себя побивать здесь. Хорош. Ой,
Эх, не закрутил. Блин, а? Олень на спуске, да. Так, 2700, мы можем еще, наверное. Все, ладно. Тут мы, значит, катнули. Тоже катнули. This is a free ride event. It's going to take you to a village, but if you want to come out on top, you're going to need to take some risks. Dodge obstacles, go for the big cliff jumps, ride the crest line, and pull off as many tricks as you can. Ready? Let's go for it. Рукой за доску хвататься. Ну да. Я это проходил. Ой, какой-то в этот врезался. Вот здесь, ребята, на самом. Эх, во что-то воткнулся.
О, 5400, а как бы, да, я побил там себе. Боже, какое убожество. Эй, а вот тут перелом. Легко туда поискать, где трашки, где тебе ремонт, да. Не докрутил. Реально спидометр, чтобы просто понимать, вот, какая у нас вот, скорость сейчас. И конец карты. Сейчас остановиться, чтобы нам засчитали эти очки. Волк на плече видно направо. Так, куда пойдем? С карты, да. Тироль. Давайте сюда хочу. Нужно вот сюда вот хочу дойти.
так вот мы едем, и что-то фоном совсем тихое, вообще непонятное. Ну и передвигаться тоже неужели нельзя было сделать уже снегоход тогда? Что-то прям стоящее, по-моему. Короче, научишься управлять, он вообще очень странное управление. Для планера нужно прям такая вещь. Стоп, подождите, но у меня же есть... Я купил себе эти крюки альпинистские специально. Топорики. Почему он их не использует? Отсюда можно на планере. Руки на рюкзак для красоты, все понятно. А я-то думал, что они мне помогут как-то быстрее. SSX на PlayStation крюки нужны были для того, чтобы когда вы скользите по обледеневшим склонам, они улучшают управляемость сноуборда, поскольку крюками цеплялись и царапали, короче, лед, и тем самым корректировку по направлению сноуборда задавали. Вот неужели это не дроп-зона? Нет, чувак, ты куда ж тебя понеслось-то? О, боги. Вот эти... Вот на лыжах он просто реально какую-то фигню мутит. Ладно, давайте сюда сходим. Ну вот мы куда-то пришли, это домик. Вид даже есть. Какой-то.
Блин, жесть, как я испугался-то. Да что ж такое-то? Интересно, я его могу вообще давать? Висят за спиной. Зачем? Для чего? Непонятно. Зайти ни в какой дом нельзя. И это грустно. Так, это край карты, серьезно, ребят, ну блин. Я думал, это зона высадки. Тоже ничего не видно. Побывали мы много где. Толку с этого. Тебя сейчас депортируют, да? Наверное, депортируют. Хотя пойдем где-то конец карты. Понятно, где конец карты. Непонятно тут, когда 30 левела прокачаться, когда бесплатные будут эти вертолеты. Подлиннее путь. Так. Вот нужно сюда вот во второй. Поехали. Спустимся вниз в сторону. Вертолет станет бесплатно, когда тебе уже начнется что-то тягуть, да, да, это точно. Вперед. Ну как ты конец карты-то, блин?
Ладно. Едем в эту сторону. А, вот она граница. Мы увидим. Она слева от нас. Воу! 90G, 100G, KO. Отлично. Живой. Там была цифра 40 вверх ногами. Воу, что с камерой? Не скатываемся, блин, куда мы там.
Да, привет, Жень, стример молчит, потому что по телефону говорит. Говорил. Стоп, а где это мы? Нас что, выкинуло опять туда, что ли? Ничего не сломалось, вон, спина сломалась только, наверное. Я же сам хочу, да, я тоже хочу сам катать. Самое интересное, что в Питере выпало столько снега, это просто жесть. Катать не перекатать, но у меня сейчас нет возможности. Нас не очень мягко. Что-то там странно, у меня должно быть слишком хорошо. Потому что периодически глючит, это, наверное, проблема с микрофоном. Она же может. Что не так? Олени на стримах. Песня даже не умудрилась поменяться вообще, ну просто было. Все ок, да. Зачем нам песню менять? Будем то же самое с шаманом крутить. Понимаю, с уровнем крутый здесь все-таки более 64G воткнулся в дерево. Трюки все лучше и лучше делаются автоматически, в зависимости от прокачки персонажа. То есть поначалу мы просто падаем, и нам нужно все там ручками нажимать. Отлично. А потом уже как-то он сам докручивает все. Домики.
gonna go for it. Что-то все звонят. В этой игре нужен VR и балансборд, а, VR. Да, было бы здорово. Только не говорите, что я сначала начал, я так и не доехал до туда. Просто вот. Я же вот сюда приехал. Пока мы находимся в, ну, не на каких-то заездах. По факту они ничего нам не дают, воздух не падает. Дерево, держись. Что такое крик вот? С денежки капали за очки в свободном режиме. А, ну нет, это денежки здесь не капали. Здесь денежки зарабатывают только за победу в соревнованиях. Музыка лишь казалась чуть тише, ну что ли. Thank you.
Ich hab jetzt wieder mit dem Spiel. Что это такое, да? Есть дроп-зона, можно туда отправиться. Почему сюда нельзя? Ну, ребят, ну, рили. Отличненько. Ну вот, днем, наконец-то. Наконец-то день. Поехали. Умер, потому что проехал по камням.
парк сложный. Надо 300 поинтов как-то набрать. Заходи в более резкую дугу. Трюки иногда не выходят. Вообще, то есть, ну, не вылезает ничего. Вроде делаешь все четко, но не прыгаешь. Перекрутил, конечно, круто. Что такое вообще? Просто... Все так просто, кажется, прям вообще на изи, но на самом деле не так. Серебряная 333. Нехило вообще. Открыли что-то там. Открыли наклейку на плечо. Вот это вот снова парк, наверное.
Да. Что, доски показать? Где-то тут они. Что тут у нас есть? У нас есть такой вот просто фирменный стип тоже. Это был Double Frontside Rodeo, ну, скорее всего. Потом, что у нас? Тоже стиповский Extreme Rider. Такие, они все особо как-то формы не отличаются. Есть вот направленные такие вот, допустим, вот этот Pink Sunset Board. Вот это прикольное. Тоже с черепами. Ну вот такие есть знаменитые, допустим, К2 Райт, вот такая. Тут много еще. Джонс, Соломон. Энджел. Много всяких интересных. Вот Джонс, допустим. Досочка. Тут параметры доски влияют на ездовые характеристики? Нет. Вообще ничего не влияет на ездовые характеристики. Это не SSX, где можно хоть что-то вообще там, хоть как-то экипировка влияет на тебя. Тут вообще ничего не влияет. Все чисто так, по фану. Ну вот, шлемы, собственно, можно в наушниках, в шапках. Шапки разные тоже всякие. Вот у меня маска оленя. Можно вместо нее шапку одеть вот такую. Будет видно сразу же балаклаву под ней. Такую. То есть по факту вариантов масса. Что одеть, и много еще чего не открытого. О, а. Miller and his crew were busy setting up their gear in the mountain, so he said he'd check in later. But то есть я кликаю на вещь, которую мне нужно разлочить, и меня сразу же кидает туда, да? Забавно. Ну вот тут всякие вещи. Это как игры для девочек, где кукол одевать. Ну да, Жень, есть такая тема. То есть по факту, ну ничего не дает это, ну вообще ничего. Ну вот, правда. Шлем один, шлем для Wingsuit'а. 4 шлема, выбор просто огромный. Маски. Ну, они без какой-то рекламы, то есть это не Окли, ничего не написано нигде, что это Окли, да? Просто, ну, маски и маски. Балаклавы и шарфы. Ничего не дают, просто, ну, вот так. Куртёхи. Тоже просто по названиям, там, серые, красные, ну вот, за исключением вот этих залоченных. Вот, пошла Faction, North Face, Picture, Spider, Salomon. Какой-то KR, North Face. Почему North Face так они рекламят, даже не знаю. Вот какая-то такая вот Winter Camo Jacket. Странно вообще. North Face белая, Black Crowes.
Ну, Соломон, как бы, в основном, тут Соломон везде. Соломон и К2 основные спонсоры, как я понимаю. Ну, или не спонсоры, а желающие в этом поучаствовать. Штанцы тоже просто безфирменные, всякие разные, много всяких. И вот уже пошли North Face, Black Rose, Picture, Соломон. Тут красные, ничего. Топ-производители решили не участвовать в игре, ну, наверное, да. Подумали, что типа, да что за шляпа какая-то вообще. И тут есть кем катается. Вот это у нас Нейт Смит, да? А так еще. Где-то тут это было. Тут, да, вот. Есть у нас Келли Вильямсон здесь. Тоже всех их можно одевать, и у них у своего, у каждого свой профайл получается. Мы Мэсон Белл. Если в SSX были была разница, то есть во что ты одеваешь, ну, для допустим, скоростного спуска или для трюков, то тут чё-то вообще нет разницы. Мэсон Белл, Эмми Эндерсон, Жан-Люк Кассель, Ринко Китано. Билли Ромеро. Майкл Хауэр. Ну и, собственно, тут кого мы играем, Нейт Смит. Такие вот дела. Scouts tell me the five spots they have earmarked up there are perfect. They've loaded them with big jumps, so you'll be grabbing some serious air during the shoot. Thing is, Miller wants to do it all in a single take. I know, but he's a big deal. The last movie he did, The Art of Shredding, huge! The kids can't get enough of him. Whenever he throws something up on YouTube, the numbers are colossal, and the writers get noticed. I hear Hollywood's been banging on his door, so this is an opportunity for you to gain some visibility and put that name of yours to something special. Есть определенно сложные трассы на винксьютах, на парапланах, на этих, где ты вообще не знаешь, что. Еще интересная фишка есть. У каждой игры есть трасса, вот, допустим, вот этого, да? Трасса история, когда гора, озвученная каким-то голосом своим, ты едешь просто по горе, такая просто прогулочная, там такая у тебя трасса, ты едешь, и гора тебе рассказывает о том, кто ее впервые покорил, эту вершину, как ее назвали, легенду этой горы рассказывает. Ну и вообще, вот это интересная очень идея, потому что у каждой горы есть своя легенда, и, ну, о каждом горнолыжном курорте рассказывают об этом. Вот это клевая задумка, правда. Но, блин, столько минусов вообще здесь. Просто капец. С той же самой навигацией по карте. Закрытая территория, тоже не знаешь, что тут, то ли недоделано, то ли из-за беты сюда просто нельзя. Есть очень сложные трассы. Есть капец. They got another shoot on the other side of the mountain in a couple hours time, so they're keen to get this one in the can. Want me to tell them you're on the way, or should I stall them a little longer? Самое интересное, можно пешком в любую сторону двигать, в какую хочешь.
раз года она пропала на какой-то маленькой точке, вообще просто куда-то ушла. Проехали по камням и умираем, потому что, видимо, жалко инвентарь. Ой, как клёво, намутил и лыжи уехали. Понятно только, как приземляться. Можно убирать там рисунок. Вчера было прикольно, когда люди были. Но сегодня такое чувство, что я один в игре. А вчера можно было прям встретить реально живых людей. Нет, сейчас нельзя же. Менять костюм можно только когда ты стоишь. Но зато в любой момент можно отправиться на карту. Miller and his crew are busy setting up their gear in the mountain. The Salamon guys have been calling to see if you're ready. Miller and his crew are busy setting up their gear in the mountains, so he said he'd check in later. But his scouts tell me the five spots they've earmarked up there are perfect. They've loaded them with big jumps, so you'll be grabbing some serious air during the shoot. Thing is, Miller wants to do it all in a single take. I know, but he's a big deal. The last movie he did, The Art of Shredding, huge. The kids can't get enough of him. And whenever he throws some up on YouTube, the numbers are colossal. And the writers get noticed. I hear Hollywood's been banging on his door, so this is an opportunity for you to gain some visibility and put that name of yours to something special. Там друг зона была, да. Но я хочу сначала вот это озеро, я не помню. Не помню.
Жесть. Прыгнул, называется. Так, не успел парашют раскрыться. All right, this one's gonna be fast and furious, so think quick, real quick. You'll be hitting speeds of up to 150 kilometers an hour, so plan your moves. Any sort of deviation, given the speed and angle, could send you crashing to the ground. So if something feels off, pull your chute. Don't think, just pull. Because we can do this as many times as you want and cut the footage together later. Remember, this one's all about the reflexes, so limber up before suiting up, and let's get shooting. Что это мы закончим, наверное? Да. Для вас был Джек Вульф и канал Шумбл Шанс. Такая вот игра. Это Стип. Всем пока и до новых встреч. Увидимся.